Здравствуйте, ребята. Видите, у нас лыжный сезон. Он пока еще продолжается. Сегодня 11 марта. Но в штате Вермонт. В штате Вермонт снега навалом. Причем ночью шел снег. Так что вот это вообще свежий снег. И очень классно кататься. Хотя уже людей на горе стало меньше. И очередей на подъемнике стало меньше. Просто потому что в марте, ну, уже кто-то переключается на что-то другое. А мы же приехали сюда на выходные. Кстати, неделю назад мы тоже катались на лыжах. Но, кстати, не ён. А сегодня вот приехали на этих выходных в штат Вермонт. И здесь просто офигенский свежий снег. Еще и людей мало. Вообще, это прям сказка какая-то. Мы приехали вчера, пока переночевали. Ночью шел снег, он только что закончился. Машину там пришлось от снега очистить. Ну, это быстро, там 5 минут заняло. Ну, вообще, крутяк. Так что пока что лыжный сезон продолжается. Может, мы даже еще съездим разок-другой. Там видно будет. Ну, кто-то там уже не может ехать. А кто-то может. Короче, поехали дальше. Поехали или что? Вот так вот, ребята, проходит наша зима. Эти сезонные билеты на сеть различных лыжных курортов, которые мы купили, по-моему, за $750. Мы их отбили уже раза три за этот сезон. Одна поездка в Канаду уже отбила те 5 дней катания на лыжах. Потому что там один день долларов 200 стоит, если просто вот по одному дню покупать. Так что $750 они того стоили однозначно. Ребята, если вы катаетесь на лыжах больше чем 6, 8, 10 дней в году, то есть смысл рано купить годовой талон. Причем покупать его надо сейчас уже, на следующий год, чтобы было максимум самая низкая цена. Потому что чем ближе к сезону, тем цена растет. Все больше и больше. Вот такие вот дела, господа. Ну что, не так уже холодно, но все равно рука так чуть-чуть начинает замерзать. Но температура, конечно, не как в Канаде. Но видите, какой снег? Свежий снег. И вот видно, потому что он в лесу лежит, снег. То есть он не сделанный снег. Он настоящий. Он всю ночь падал. И это, конечно, не может не радовать. Ну, ладно, господа. Увидимся. До встречи. Пока.